11 октября открывается выставка «Шедевры мастеров Парижской школы». И подробнее о ней нам расскажут наши гости. У нас в студии директор Челябинского государственного музея изобразительных искусств Станислав Ткаченко и арт-директор Санкт-Петербургской галереи современного искусства ПС Галерии Яна Кириллова, извините. Да. Доброе утро, Яна. Станислав Олегович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, расскажите нам, вот, Станислав Олегович, первый вопрос вам. Как начинается новый сезон музея? Все-таки вот мы говорим, что не только театр стартует и дает новый сезон, но и музей тоже открывается осенью всегда. Что нового? Как ремонт прошел, опять же? Ну да, здесь, собственно, как бригадир строителей. Действительно, в одном из самых красивых выставочных залов страны, в нашем Александровском зале, закончился ремонт. Такое радостное событие. И не случайно мы его открываем выставкой Парижской школы, художников Парижской школы, потому что, на наш взгляд, именно вот это тонкое, воздушное, очень красивое звучание парижского искусства созвучно легкости, воздушности и красоте самого зала. А что вообще нового в новом сезоне планируете? Чем удивлять будете постоянных гостей в? На самом деле у нас много интересного, и я надеюсь, после завершения ремонта в картинной галерее он обязательно закончится. В ближайшее будущем у нас откроются две очень интересные, очень важные для нас выставки. Это выставка «Спасти и сохранить. Итоги реставрационной деятельности музея за 10 лет». Нашими реставраторами проведена реставрационная работа на более чем 500 произведениях искусства. И часть из них мы показываем, будет издан каталог. И вторая, также безумно важная для нас экспозиция, это «Загадки старых мастеров. Западноевропейская живопись и графика». Тоже будет сопровождаться изданием полного объемного каталога с научными данными, с научными открытиями. В общем, вот из ближайших премьер. Ну и, конечно, самое главное, это выставка, которая вот у нас открывается, «Шедевры мастеров Парижской школы». Ну вот, Яна, вопрос к вам, наверное, я думаю. Вот это вот «Шедевры мастеров Парижской школы» выставка, какие картины будут представлены? В чем уникальность этих картин? Ну, на выставке будет представлено порядка 100 работ от более чем 30 художников. То есть сама по себе эта коллекция, эта выставка, она уникальна, многообразна, разнообразна. Я думаю, что будет интересно и с эстетической точки зрения, ну, наверное, практически для каждого. Потому что можно подобрать художника на этой выставке, да, или какое-то направление, которое затронет вот практически для себя, каждого человека. Для себя, да. На выставке представлены такие имена, как Сальвадор Дали, Пабло Пикассо, Марк Шагал. Увидят зрители Матисса. То есть это я сейчас перечисляю только имена, которые действительно не требуют пояснений, и они известны каждому. Вот сейчас наши зрители видят ряд картин, которые будут представлены на данной выставке. А вот из не столько известных художников кто будет? Ну, вот сейчас, например, Леже, его трудно назвать, конечно, не столько известным художником. Марису Трюло, например, да, которым сейчас упомянул Станислав Олегович, это певец красоты Парижа, который в свое время был безумно востребован литературным сообществом как иллюстратор произведений, именно связанных с Парижем. Допустим, этот художник, он очень известен в Европе, возможно, публике российской он не столь известен, и нам нравится открывать, нам интересно открывать такие имена. Увидят, допустим, таких и японского художника Заавуки, который в свое время просто взорвал интересы галеристов, коллекционеров, также для России является достаточно большой редкостью. Михаил Шемякин, тут тоже, конечно, трудно назвать неизвестным. Вот действительно, в этой выставке большая часть художников так или иначе широко известны. Ну что же, выставка, как мы уже видим по вашим блестящим глазам, просто требует ее посетить, потому что, да, те картины, которые мы видели сейчас во время вашего монолога, что это, правда, это потрясающе. Друзья, приходите на выставку. Давайте еще раз пригласим всех наших зрителей на выставку. Давайте я вас попрошу, пригласите наших зрителей на выставку. Мы приглашаем вас на выставку «Шедевры мастеров Парижской школы» и вас, конечно же, тоже. Кстати, по разрешению руководства
руководство музея, мы решили открыть выставку не завтра, как планировалось изначально, а первые часы работы состоятся уже сегодня. Причем в 7 часов вечера сегодня я буду проводить кураторскую экскурсию для гостей. То есть это будут именно все, кто придет по билетам, все челябинцы. Я с радостью проведу кураторскую экскурсию, расскажу, поделюсь своей любовью к искусству, своими впечатлениями, ну и, конечно же, информацией ценной вот. О том, что происходит. Отлично. Яна, давайте на этой замечательной, шикарной ноте закончим, потому что, к сожалению, время нашего эфира ограничено. Спасибо вам большое. Друзья, в 7 часов все идем слушать Яну уже, уже в музей. Большое спасибо. Я напомню, что у нас в гостях были Станислав Ткаченко, директор Челябинского государственного музея изобразительных искусств, и Яна Кириллова, арт-директор Санкт-Петербургской галереи современного искусства PS Gallery.